Фамилия, имя, отчество? Я Пономарев Александр Сергеевич. Число, месяц, год рождения? 15 апреля, 96 год. Где родился? В селе Польское. Какой район? Буденновский район. Край? Ставропольский край. Расскажите обстоятельства совершенного вам убийства. 5 числа я приехал к маме работать. Фамилия, имя, отчество матери? Пономарева Маргарита Петровна. Куда приехали работать? В Кизляр. Приехала, то там меня встретил юный муж Саша. И мы на такси с ним уехали домой. Там начали пить. Домой куда приехали? Я забыл, как это село называется. Красная Поляна? Красное Знамя. Красное Знамя. Вот туда уехали. Начали пить водку. Мы выпили водку. Ну, позасыпали. На следующий день проснулись. Саня говорит, давай еще водки возьмем. Мы пошли еще купили водки. Пришли, начали пить, там, мариновать мясо. К вечеру уже напились. И тут Саня начал говорить за мою сестру, что там, не прощу, ненавижу. Ну, я не удержался пьяный. Между ними был конфликт? Да, между нами был конфликт. Между сестрой и отчимом конфликт был? Да. Уже давненько было, но было. Я подошел один раз, ему ударил, он встал. Наверное, хотел тоже меня ударить. Я ему еще раз ударил, он упал. Во время падения, куда он ударился? Во время падения он об тумбочку ударился головой. Вазы там попадали, короче, на пол. Разбивалось там все. И я его еще ногами так раз 10 примерно ударил. Потом он уже когда вырубился, я его на улицу оттащил, думал, чтобы он это отошел там. Влажно на улице было. Каким образом ты его оттащил на улицу? Взял за ноги, вытащил на улицу. Положил, зашел домой спать. Утром в 5 утра просыпаюсь, на кухню выхожу, смотрю, все в крови. Маму разбудил. Я говорю, мать, что случилось? Она говорит, вы с Сашей подрались. Я говорю, а где он? На улице, говорит. Я вышел туда, а там он уже мертвый. Я взял его в сарай, занес, сарайку закрыл. Зашел домой, сказал, мама, говорю, давай собирайся, говорю, нам надо ехать домой. Все, мама начала собираться, я вещи свои собрал. И мы пошли взять Магомеда. Он нас отвез, сосед наш. В Кизляр отнес, вот, увез. А оттуда уже машину, такси тоже наняли. И оттуда тоже уехали. Куда уехали? В Буденновск.